как бы прихожая. Обычно прихожих нету в домах. Ну, я не во многих домах была, но как бы вот где была, практически прихожих нет. Вот это тоже вот такая дверь. Москитная дверь. Да. Место, где я загораю. Вот, смотрите. Опять Русия. Матушка. Опять Россия. Это не знаю, что это какая-то карта. Так, это вот так, такая как бы прихожая тоже здесь со шкафами. Есть еще один бойлер. Тоже какая-то пикча. Это спальня. Bedroom. Сейчас я сплю здесь. Раньше мы спали вдвоем с Джеем. Но я полгода мучилась, потому что я вообще я не могу. Хотя кровать большая, это даже не king size, а как он называется? California size. Но я ж вот это люблю руки-ноги пораскидывать, спать звездой. Ну и потихоньку так вот сделала. Так что Джей теперь спит в другой комнате, мой муж. Это место, где спит моя собачка. Это шкафы. Открывать не буду, потому что чуть ноготь себе не сломала сегодня. Они настолько вот это скрипучие и тяжело открывающиеся. Вон здесь фото меня. Это я в детстве такая серьезная девчонка. Мои родители. Вот мои родители. Сыночка мой маленький. Постарше. Это вот аппетит на Лос-Анджелес. Вон из окна даже видно. Вот. Везде ковровое покрытие, кроме большой комнаты. Тоже вот такие потолки. Лаком покрытые. Это кондишн систем. Старая, но работает. Это вот двери эти раздвижные, выдвижные. Тут такой вот антик тейбл, оказывается. Я думала, это типа сундука. Это такой стол почему-то у них называется. Вот этого медведя подарила его мама. Ой, моему 60-летнему мужу на день рождения. Вот такие у них подарочки. Прикольно. Когда я позвонила своей маме и сказала об этом, она говорит, боже, куда ты попала? Что это за подарки для здорового мужика, 60-летнего? Это ж вот наш менталитет. Так. Ну, это вот это место опочивания теперь моего мужа. А вот пинбол-машина, это тоже раритет. Я вам ее включу. Какое-то сообщение. Сейчас можно будет играть, наверное, после этого сообщения. А, ну вот. Старт. Это вот уже при мне приобрели сушилку. Ой, сушилку, как она называется? Пароочиститель, потому что я не люблю гладить вещи. А пароочистителем очень удобно. Здесь вот для брюк. Для вещей. Это наши шляпки. А, где-то же здесь тоже была Россия. Вот она. Ну, еще осталась одна ванная моя.
Здесь тоже потолки такие деревянные. Она считается вообще гостевой ванной. Ванная для гостей. На данном этапе это моя ванная. Вот сама ванная. Вот так отделяется зона ванной и унитаза. Пикча. Окошко. Уже классный вид. Жалюзи. Вот. Орхидейки. Это мой душ. Это полотенце для собачки, для моськи, для причиндалов, для лапок. Это вот отопительная система отопления, когда включают, ну в смысле Джей включает подогрев дом. Вот такой вот домик. Потом я вам сниму. А вот это гараж, переделанный под офис, там мой муж работает, так отделен. Все равно вот дверь гаражную можно поднять, там всякая фигня. Вон трейлер стоит, вот такие горы, холмы. Следующее видео я сниму о местоположении нашего дома. Думаю, вам будет интересно. Ну все, пока-пока.